Я рад приветствовать всех и вся, кто уж смотрел только что вышедший в свет видеоролик. И, как бы, отдышавшись слегка, даем некоторую поправку. Но здесь демонстрация одного из упражнений пока показана. Вот, когда вот так вот берется еще гиря. И приседая. Достаточно усталости, приседы были неполные. Но главное было показать именно упражнение на одной ноге, пистолетным образом. А здесь, уже в данной части видеороликов, пусть та часть будет уже первая, показан именно полное приседание, более или менее. Ну, попробуем еще что-нибудь сделать. То есть вот не так приседать, а вот давайте вот так. Может быть, еще какие-то упражнения, когда браться надо именно за шары, за сферы. Все трудно. Ну, трудно, конечно. Вот эти пистолеты. Вот. Надо держать под дно. О! Какой же вес требуется вот этих упражнений. Ну, попробуем. Коли уж отдышались, то уж такое нам не нужны. Приседать до конца. Сколько ж эти две гири весят? 22. Свесим. Секундочку. Всего-всего они весят 11 килограммов обе. Ну, держа, скажем, под дно, если его варианты попав, вот так вот приседать. Сколько же так могут и сильнейшие мира сего. Здесь мини-гири в действии показаны. Есть упражнения, для которых, ох, как тяжело. Каждый килограмм такой веса просто будет делать невозможным некоторые такие из тех упражнений, о коих идет речь. Так, ну, теперь, да, по мере возможности, необходимости, будем конкретизировать, будем стараться конкретизировать вот видеоролики, касаясь тех либо иных упражнений. А покуда традиционно скажем до свидания, до новых встреч.